сегодня у нас на ужин 2 жареных подуста, на каждого по одному, и по 2 карася на каждого. Много мы поймали. Сейчас мы будем это все чистить, готовить к жарке. Пока идет дождь, мы как раз это все подготовим. Первым делом пойдет икра, потом рыбу будем жарить. Быстрая панировка рыбы в муке. Жареную икру на рыбалке еще никто не отменял. Шеф готовит шамаечку. Подуст. Панируется. Идеально панированный. Может, ему хвост отрезать? Пять, Коль? Скажите пару слов для нашего телевидения. А здесь все понятно без слов. Здесь душа раскрывается, не закрывается. Вот, вот она рыбка на огне. От шеф-повара. Пошел карасик. Идеальная панировка на рыбалке. Ворчат карасики. Сиськи поют. Жабы квакают. Чистая рука шеф-повара на рыбалке. Главное оборудовать лагерь. Смотрите, кто у нас хороший-хороший рукомойничек. С кристально чистой хоперской водой. Вон там даже жирные сплавы. Это ты. Мы ее пьем, чтобы иногда, когда червей не хватает, они у нас были с собой.